Всем приветики. Купил себе еще такие вот колпачки для штекеров, аудиоштекеров. Пришли они тоже в таком пакете почтовом, там внутри пупырка. Правда, сам вот этот пакетик был немножко... И немножко вот он такой весь... Аж дырявый, с него вылазит все. Такой немножко порванный. Но это, я думаю, не страшно. То, что он порванный. Главное, что сами колпачки целенькие. Тоже пришли из Китая. Тоже за... Где-то за 3 недели. Вот. Ну, сам пакетик, да, он такой. Конечно же. Рваный получился. Не знаю, мыши у них их там его погрызли. Или кто, или они сами его погрызли. Ну, видно, что он такой не очень, короче. Но это не важно. Главное, что сами колпачки для аудиоразъемов. Их здесь 20 штук. Вот они, колпачки для аудиоштекеров, 3,5 джеков, то есть для наушников. Вот мои наушники, и вот их штекер. И эти колпачки нужны для того, чтобы этот штекер защитить от пыли, грязи, ржавения. То есть ты одеваешь, и вот он как бы уже защищен. Единственное, что он не сильно... Он не падает, но одевается как-то слишком легко. Такое ощущение, что вот он раз и может отвалиться. Такой вот колпачок. Попробую другие сейчас какие-нибудь возьму. Может, это еще от штекера зависит. Ну, в целом нормально. Как раз оно по всей длине одевается. Да, на всю длину, почти что до конца, вот оно. Да, и держится довольно-таки нормально. Так. Вот, и можно на любые, не только на наушники, вообще на любые штекеры. Ну, я имею в виду 3,5, потому что есть еще 2,5. На 2,5, естественно, оно не налезет, будет спадать. А на 3,5 легко вот можно одеть. Вот у меня два штекера здесь. Кстати, на эту почему-то тяжелее одевается. Вообще тяжело очень. А ну-ка, штекеры поменять, колпачки. Здесь еще от колпачков зависит. Я так понимаю, качество, не качество. Этот вообще вот он. Так вот. Раз. И легко наделся. А этот? Толкаешь так и... Опа, аж усилие применяешь. Но в итоге он тоже оделся, и все. Штекеры защищены. Ну, ничего не падает, это главное, чтобы... Ничего не спадало. Ну и все, вот они как бы. Три штекера, закрытые колпачками. По-моему, так лучше. Или без колпачков они будут валяться. Или все-таки с колпачками. С колпачками лучше, намного лучше. Но сразу такое все стало. Видно, что теперь им ничего не грозит. Да, потому что, кстати, вот на наушниках или где, здесь, правда, нормально все, у меня там на столе лежат наушники, и вот эта вот штука уже начинает к ним покрываться пятнами. Ну, то есть здесь она блестящая, а там уже появились пятна, такие вот матовые как бы, и она уже не блестит, то есть стирается то ли краска, то ли что. Или это просто грязь так налипла. А на другом золотистом штекере, ну, то есть, вот как на этом золотистом. А золото начинает стираться, получается. И появляется просто такой просвет, как бы, такого вот цвета. Может, из-за того, что оно, типа, валяется на столе, как бы. А если будет закрыто колпачками, то такого уже не будет, я надеюсь. Вот. Ну, в общем, удобная штука. Можно все свои... разъемы, аудиоразъемы позакрывать такими колпачками и все. Вот, так что я решил все свои устройства позащищать заглушками, колпачками. Такие дела, вот, как-то так. На этом все, всем покедова.